Всем привет! Вы на канале Кулинарная Планета, с вами я, Сергей. И сегодня я с вами буду готовить холодец. Это будет впервые в моей жизни. Надеюсь, все получится. Поехали! Для нашего холодца я беру свиную рульку. Я ее предварительно вымачивал, чтобы не было следов крови, чтобы вода была чистенькая. И куриное мясо, это у нас окорочка и крылья. Также добавлю лук, морковка, чеснок, перец горошки, ну и лавровый лист. Ну и, конечно же, посолим все это. Так, наши приправы сразу добавляем в кастрюльку. Наложим сюда наше мясо куриное. Кастрюльку, конечно, как можно больше ищите. У меня просто нету, и, наверное, все у меня сюда и не влезет. У вас должно быть побольше. Заливаем это все водой. И ставим на огонь. Но кипеть оно у нас не должно. Оно должно медленно-медленно томиться в горячей воде. Часов 5-6, не меньше. Прошло 5 часов, наш бульон сварился. Отделили мы водичку от мяса. Достали нашу морковку. Ею мы будем украшать позже. Сейчас наша задача процедить наш бульон. Можно использовать либо очень мелкое сито, либо марлю в несколько слоев, чтобы наш бульончик был как можно чище. Пока бульон будет остывать, мы будем отделять мясо от кости. Отделили мы мясо от кости. Кусочки разложили по тарелочкам. Наш бульончик уже немножко остыл. И сейчас мы его по полуничкам будем разливать по тарелочкам. Когда наш бульон остынет до комнатной температуры, мы отправим его в холодильник. Застыл наш холодец. Я думаю, для первого раза получилось довольно неплохо. Но, кто знает, напишите в комментарии, как сделать, чтобы сверху поменьше было вот этого жира. Его, в принципе, немного, но я не сильно его люблю. А вот холодец получился очень твердым и красивым. Всем спасибо, всем пока, увидимся в следующем видео.